Ты шеф был. Ребята, сегодня к нам придет новый продюсер. Пожалуйста, ведите себя прилично. Особенно ты, Жора. А что сразу Жора? Ты плюнул в продюсера. Я так-то чихнул. А будь здоров, он вам потом через адвоката передал. И что? Ну ладно. Ребята, так грядут перемены. Перемены требуют наши сердца. Давайте серьезнее. Вот, кстати, его. Эй, ребята, я ваш новый продюсер. Здравствуйте, товарищ 46-й продюсер. Давайте знакомиться. Вот, ты кто? Стопэ. Твое имя как, Валет? Мое имя? Имя любимое твое. Да. Мое имя Игорь Валентинович Мандасуль. Ну что, крошка, потанцуем? Ну так какое твое имя? Жора. Как вот рисуйте знакомая Жора, где-то я тебя видел уже. Да, были светлые времена. Точно, булочки на Троещине продавал. Батоны так. Ладно, тебя как зовут? Жора. Что, снова Жора? Жора, объявляю. Молоко, огурец, чай, сахар. Жора, переверни. Заслуженный артист Хацапетовки, лауреат конкурса «Слава Богу, без зрителей 2012», двукратный чемпион конкурса «Лучше так, чем никак» Василий Иванов. Это что за кадр? Это Петров. Почему ты по фамилии называешь? Это имя. То есть Петров — это имя? Имя. И что же, на чем он играет вообще? На себе. На себе? На себе. На себе. Демонстрирую. Стоп! Что же это у вас? Телефонист виртуоз? Я бы даже сказал хоп хей лолей ист виртуоз. А я... Будь здоров. Спасибо. А я Колян. Колян знает тропинки волшебных полян. Колян на шее кулончик и я. Достаточно. Так, ребята, у вас будут гастроли, вы понимаете, да? И от вас требуется всего лишь одна блюзовая песня. Ребята, у вас одна песня, что робите? Так я вам только пишу. Розбегайте, хлопці, коні! Дай на туре. Как всегда, одно и то же. Раз, два, три, мочи! Кажется, я нашел новую группу «Ленинград». А Шнуров? Да нет, вроде. Ребят, вы готовы петь голыми, материться? Да. То есть ты хочешь сказать, что мы будем пить, материться, играть голыми, и нам за это будут платить? Ну, естественно.
мечта сбывается. Продолжаем КВН.